В Можгородке состоялась закладка первой плиты нового жилого дома, который возводит компания «Финпромстрой». Он станет вторым на площадке по улице Богдана Хмельницкого, неподалеку от Северного рынка. Через год, как заверяет руководство компании, после завершения строительства и проведенного благоустройства, это место станет комфортным для проживания. Кроме того, будущие новоселы почувствуют и материальную выгоду. Два коротких слова, и первая панельная плита будущего дома заняла свое законное место. Установили ее ровно туда, куда за минуту до исторического момента бросили монеты. В компании «Финпромстрой» это традиция, не придуманная сейчас, идущая из глубины веков. Мы заложили монеты под первую панель нового дома, то есть по старой древней русской традиции, при строительстве дома под нижний камень всегда ложили серебряную монету. Сейчас мы серебряные монеты не ложим, но тем не менее, для того, чтобы жители этого дома были всегда в достатке. Закладываемый по улице Богдана Хмельницкого на Можгородке дом по плану имеет 10 этажей, 7 подъездов и 247 квартир. Заселение будет производиться двумя очередями. Первая очередь в четвертом квартале следующего 2015 года, вторая очередь в третьем квартале 2016. Те, кто помнит это место болотистым, сейчас его не узнают. От прежней топи и следа не осталось. Под строениями твердые основания. В его прочности можно не сомневаться, как, впрочем, и в надежности самой компании «Финпромстрой». Проблем с реализацией двух этих домов на сегодняшний день пока нету. Причина тому, достаточно высокое качество строящихся объектов, конкурентоспособная цена и гарантия того, что все объекты, которые строит компания «Финпромстрой», они сдаются в соответствии с установленными сроками. Соблюдение сроков – далеко не все плюсы. В данном случае компания заранее учла проблемы с газоснабжением, которые присутствуют в этом микрорайоне Можгородка. От такой предусмотрительности будущие новоселы только выиграют. Смогут регулировать подачу тепла и воды, да еще и меньше платить за услуги. Нижняя часть Можгородка, скажем так, находится в критическом состоянии. Сети все перегружены, поэтому пришли к выводу строительства автономной газовой котельной. С другой стороны, жильцы нам еще скажут спасибо. То есть относительно существующих домов квитанции за горячую воду и за теплоснабжение у них будут на порядок меньше. По соседству с только что заложенным домом построен еще один. Тепло подведено, окна установлены, осталась чистовая отделка. Но к ней строители приступят в теплое время года. К тому моменту коробки обоих домов будут готовы. И настанет черед благоустройства, как обычно, комплексного, учитывающего интересы всех. И даже жителей ближайшего давным-давно построенного дома. Будет все, как и везде. Детские городки, места общего пользования и увеличенные автостоянки. Почему? Потому что сегодня автомобилизация уже превысила все мыслимые и немыслимые пороги, поэтому изначально закладываем в проект увеличиваемые площади для автопарковки. Желающие приобрести квартиры в домах на улице Богдана Хмельницкого всю необходимую информацию могут получить на сайте агентства недвижимости «Новоселов». Там есть сведения о цене, планировке квартир, о тех, что забронированы и пока еще есть в продаже. Желающим справить новоселье стоит поторопиться. Дмитрий Скляров, Айдар Насыров, ОТВ «МИАС».